Добрый день. Добрый, добрый. Отличная порода. Как зовут? Степан. А, меня Максим. Не я, он Степан. А у меня заяц такой же был. Правда, полгода назад умер. Сочувствую. Да, знаете, как никто меня понимал. Приходишь домой с работы, а там... Да, люди так дружить не умеют. Да, знаете, иногда хуже собак. Меня шеф тут на днях чуть не уволил из-за ерунды просто. Знакомая картина. Да? Тоже было? Было, проходили. Главное, хозяева между собой договориться не могут, а ты крайний. Один задание дает, а другой думает, что я конкурентов фирму сливаю. А, тоже несколько хозяев, а чего не поделили? Фирму им предложили продать. Один говорит, продаем, второй против. Чуть не уволил меня, гад. Да, когда паны дерутся, то... Вот именно. Степа, пойдем домой. Всего хорошего. До свидания.